Приветствую всех, я лечу потихонечку на вечернее послушание. Было время собрать вот эту целую, видите, почти грядку везу. Там и зелень, и лук в пакете, огурцы. А вон там, видите, ягоды выглядывают. Вот эти ягоды, это вообще, я их первый раз попробовала, ягоды не мои. Это меня сейчас угостили у нас на поселке, называются ёшта. Это смесь крыжовника и черной смородины. Такого никогда не ела, всем, кто не ел, очень рекомендую. Это действительно вкусная штука. Хочется вам сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддерживает, всем тем, кто написал столько всего вообще приятного в комментариях. В общем, спасибо за все добрые слова. Я довольна, что есть такие места, как Лавра, и что я туда еду. Это действительно чудо, потому что такие моменты жизни, когда очень нужна поддержка, обычно вся поддержка наказывается за какие-то... Ну, либо тебе очень повезло с семьей, очень круто должно было повезти, чтобы такие все были, умели поддерживать и как бы качественно. Вот. Либо, ну, это психолог, который берет много денег, либо это какой-то семинар, который тоже, как правило, стоит много денег. И только, ну, православные наши монастыри готовы вас принять, кормить, поить и давать самое лучшее общение и возможность вообще потрудиться во славу Божию. Я считаю, что это очень, очень здорово. Слава Богу за все. Писали про то, что сыроежечки тоже очень вкусные. Я вот с вами согласна. Мне сегодня принесли, видите, вот эту вот лукошку. Я сейчас чищу, буду супчик варить, бульончик грибной с грибами. Только их теперь много, и там несколько подберезовиков, пару свинят и много-много вот этих вот самых сыроежек. И еще один белый. Белый тоже есть. Как же я про него забыла, это достояние. Вот такой вот красавец. Доброе утро, любимые. Знаете, сегодня у меня утро очень интересно началось. Я, значит, такая сходила, там умылась, что-то там поделала. На завтраке я не хожу и иду мимо трапезной. И все выходят такие довольные. Сестра Татьяна, спасибо! Спасибо, сестра Татьяна, вы такая молодец! Я так не понимаю, думаю, что происходит-то вообще? Захожу на кухню, я говорю, а что такое? Она говорит, ну там девочка, которая дежурная, она говорит, это же вы сварили суп грибной на всех! Я такая, ну да, я варила вчера суп, а я думала, сейчас приду как бы с этого, ну, с послушания здесь, значит, в церкви, и думаю, все вместе пообедаем суп. Я такая говорю, да, говорю, а вы его не убирали, говорю, никуда, он просто как бы, ну, вечером был горячий, я его оставила на плите, она говорит, нет, мы почти уже весь его съели, такая довольная. Я такая, боже мой, я даже не пробовала, говорю, налейте мне тарелку. В общем, знаете, в большой семье надо быть очень-очень осторожными. Вот, ну, я рада, что суп всем понравился. Вот, улетел, можно сказать... Ну ура! Хорошо, что я вовремя зашла, так что вернусь в послушание, хоть попробую. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Вот, и пускай у каждого из вас будет возможность радовать друг друга.